на радио 7 UB40. Сегодня суббота, 15 января, а еще сегодня первый день специального уикенда Шаде. Каждый час в эфире играем ее прекрасную музыку и раскрываем тайны об одной из самых загадочных певиц современности. Также в это воскресенье за час до полуночи мы приглашаем вас в концертный зал радио 7 на выступление королевы соул-музыки. Но прямо сейчас еще одна история из жизни и карьеры Шаде. Радио 7 представляет специальный уикенд Шаде ко дню рождения певицы. Через год после феноменального успеха дебютного альбома Шаде получила предложение исполнить роль в большом кино. Музыкальная драма «Абсолютные новички» рассказывала о жизни модной лондонской молодежи 50-х годов. Роль, которая досталась Шаде, была совсем не главной. Певица из бара. В кадре она появляется буквально на 3 минуты. Но ее выступление было настолько ярким, что создатели картины решили поместить ее на афишу. А еще на этих съемках Шаде познакомилась с Дэвидом Боуи. Легенда английской поп-музыки пытался ухаживать за молодой звездой, но Шаде сразу же дала понять Дэвиду, что ее могут связывать только профессиональные или дружеские отношения. Так оно и случилось. Они оставались...